Здорово, пацаны, нам тут довелось найти уникальнейшую вещь. Ну, во-первых, уникальнейшая вещь — это бобины магнитофон электроника. И также мы обнаружили, да, Игорь, бобину 30-летней давности записью группы «Залп». То есть это раритетная запись Витора Рембоза, то есть группа «Залп». Вот, кстати, Игорь в то время был барабанщиком группы «Залп». Очень долго мы мучились, да, Игорь? Все-таки да, сделали этот магнитофон. Пришлось денег вложить, магнитофон починить. Да, но все-таки оно этого стоило. И сейчас вы восхититесь звучанием группы «Залп». Это потрясающе! Какой напор! И вот брас! Самый боевик группы «Залп». Рэмбо, микрофон в рот до самого горла сломал. Это горловое пение, пипец ударал. Песня «Мразь», убери свое вонючее влагалище, мразь. Ну вот, ребята, теперь вы имеете представление, что такое Noisecore и что такое группа «Залп». Да. Так, и песня «Мразь». И песня «Мразь». Так, Игорь, на какую кнопочку тут надо нажать? Стоп. Вам? Да. Вот. Ну, а теперь давайте поговорим с вами о группе «Залп». Как вообще основалась группа «Залп»? Ну, как бы там Виталик с друзьями, с Зайцем, с Артуром гуляли. Они вот типа группу создали, меня в нее позвали. Сказал, что там будем играть? Говорит, хрен его знает. Мы сами, что мы поем, не можем понять. Просто будем орать, а ты так быстро-быстро будешь стучать. Говорю, ну, бля. Давайте пробовать что-нибудь сочинять. И вот, типа, такое вот, они мне дали напалм дуэт послушать. И, типа, вот этого будем играть. Там песни так... Быстро-быстро надо стучать. А, то есть в то время вы фанатели от таких групп, как Napalm Death, да? Да, Cannibal Corpse. Я как бы из армии пришел, я не слышал это пока. Когда мне Виталий кассеточку дал, я включил, да. И что такое настоящая музыка, я понял. Когда вот просто вот рюмку выпил, включил, поорал, блин, и нахрен от рюмки в усмерть упал, блин. Бам. Не, ну а запись вот так вот происходила, вот как бы, получается, не было же цифровых технологий, вот на бобинные магнитофоны, да? Да, и кроме того, это вообще не студийная запись была, мы его в виде ревербератора использовали, так сказать, чтобы какое-то эхо там было, чтобы можно было там как-то, блин, ну покрасивше все это играть, хотя красивым это сложно назвать, это ужас, концерт называется «Сумасшествие», вот, и... Длина песен зависела от того, насколько долго я могу так быстро стучать. Как я уморился, все, песни конец, блядь. А все-таки же вы как-то записали же, да, какой-то альбом на Rike Records, отправляли там кассету или что? Я вот это уже, без меня, если честно сказать, пытались там что-то записать, но что-то не получилось, все стали куда-то пропадать.
Я уже говорил, кто в дурку, кто, блядь, таблетки какие-то начал жрать. Понятно. Я бросил это дело. И начал просто водку жрать и все. Ну вот, я так понимаю, в этой музыке самое главное напор, угар, и чтобы грохотало все. И чтобы грохотало, и чтобы это самое... И шляпа, блядь, сука, слетала. Не, это очень раритетная запись, и вообще все очень круто. Раритетный магнитофон, раритетная запись, и вообще... Да и сам-то раритет хороший. Раритет. Да мне в этом году 50 лет, какой еще нахер раритет? Мне еще до пенсии, ёб твою мать. Еще можно много таких альбомов нахреначить, блин. Ой, блядь, ну не знаю, наверное, уже нет. Уже, да, уже все. Уже, наверное, не пойдет. Нету пороха в пороховницах. Нет, ну как бы, как сказать, а не с кем уже такую музыку играть. Точнее, может и есть, но я думаю, сейчас это не модно. Это сейчас нам никто не будет воспринимать. Ну, тогда продолжайте сниматься в кино. Что мог? Роль перевозчика за мной. Да, да, тогда продолжайте. Все, спасибо, Игорь. Давай-ка включим еще разок, послушаем. Чуть-чуть прибавьте громкость. Ой, восхитительно. Я знаю, что найдутся ценители, и они в полной мере оценят этот альбом. Сейчас будет песня «Залп». Ага, вот она, самая козырная песня, командная. О! Она такая коротенькая была. Это залп. Бабах. Ну, на самом деле, тут как бы трудно понять. Ну, когда понятно. Через большие колонки просто... Ну, все, теперь запись... Залп такой пипец. Ну, все, теперь запись оцифрована. Ждите на всех цифровых площадках. И прочее, прочее, и прочее. Да. Спасибо большое, Игорь, что вы сделали такое великое дело. Да, Рэмбо за гуд. Да, Рэмбо за гуд. Вот он, Рэмбо. Любят и... Да, вот он, Рэмбо. Это, кстати, картина нашего иконописца, блядь. Вот он его исполнил. Ну и вот, соответственно, вот это вот Виталик. Мы давали с ним концерт в Мецофорте, в клубе в Москве. Вот это Виталик. Играли мы концерт с Немоляевым 23 февраля в Рок-хаусе. Сейчас Игорь покажет, как он барабанил в группе «Залп».